Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Мы продолжаем проходить мафию, сегодня я оделся в брутальную красную куртку. Прям посмотрите на меня, насколько я охуенен в этой красной кожаной куртке. Мы едем в бар к Фредди, как нам Джо сказал, типа взять с собой отмычки там. Бомжу, по-моему, вообще посрать. А шашлык до сих пор не понимает, что он орёт на своего будущего съедателя, потому что бомжи они такие. Они жрут все что угодно, в том числе и лающих на них собак. А, в принципе, почему не сажать лающую собаку? Кому она помешала? Вы беляши ели? На вокзалах особенно. А вот вам и, собственно. Как бы да. Охуенная моя тачка, конечно, я возьму ее. Зачем мне другие тачки? У меня есть охуенная тачка. Так, что нам делать? Нам надо ехать в бар к Фредди. Я так понимаю, будем ехать очень долго, и пока мы едем, настанет вечер. Ну да ладно. Попробуем доехать побыстрее. Хотя, в принципе, до вечера, наверное, просто пробухаем, а потом все будет охуенно. О, вот это нормальный вариант. Просто до вечера побухать. Классно. А потом обсудить все эти дела свои, дельца, все вот эти вот нелепые штуки, которые, в принципе, нахуй никому не нужны. О, а Джо живет совсем недалеко от бара, отлично. Еще раз помоем машину, потому что она грязненькая у нас. Правда, она в основном разбитая, но все. Фу, блядь, какие ублюдские джинсы. Ну да ладно. Домой возвращаться. Нихуя ты смакуешь. И где это ты был? Весь день продрых, что ли? Ты охуел, я с утра встал. После работы, нет? Что вам подать, сэр? Кофе. Кофе, блядь. Точно. Всем кофе. Знает Альберта, кое-кто в дерьме утонет, уж поверь. Ну и слышал, ты вчера не очень-то отличился. Я не совсем, чтобы виноват. Бывает. Ну ладно, ребята. Это рисковый бизнес. Действительно, если он вам нравится, всегда можете идти и горбатиться за копейки. Извини, Генри, я просто подначивал. Так что насчет сегодня? Наши вчерашние планы все еще в силе? Сейчас узнаем. Целых два лишних месяца, мать вашу пачку! Где? Мать вашу пачку? Мать вашу пачку, заебись. Делай. Сейчас. Кто это? Кто ебёт тебя, Шуль. Пока знать не надо. Ладно, слушай. Тут один тип задолжал боссу денег, взял в долг, чтобы открыть большой ювелирный магазин и задерживает возврат. Сегодня мы взыщем с него долг. Камушками. Ну и немного сверху за труды. А, ну естественно, как бы. Рассказывай. Ювелирный в торговом квартале, в центре города. Ночью там охраны нет, так что просто взломаем замок и залезем внутрь. Как-то слишком просто. Действительно. Потому что просто. Почему у тебя все должно быть сложно? Потому что это, блядь, компьютерная игра. Здесь все должно быть сложно. Ночью. Ну ладно, пошли. Охуенный вариант. Ночью чинить. Подонков чистую. Всего-то дел дождаться темноты. Так давай забухаем, че? Я ж предлагал. Ай, не прислушались к моему совету, суки. Не прислушались. Поехать, Джо, в торговый центр и ограбить ювелирный магазин. Поехали. Садись, Джо, в мою охуенную тачку. Поехали, садись. Да неужели, блядь. Зато она стартует сразу, ну, это хорошо. В порту? Да все, заебись. Имеешь в виду с Дереком? Да он еще тот затейник, правда? Да. На работу. Конечно. Да. Негров пиздить. Обработал ему пару парней. Но это так, фигня. Он убирает своих трудяг в порту, как моего отца обирал. Ты мог и отказаться, он же не заставлял тебя на него работать. Мать почти заставила. Мать заставила. Нормально. Лучше проведывай. Поверь, у него есть работа получше, чем трясти докера. Ну окей, ладно, без проблем. Как только у меня будет такое задание, я обязательно к нему съезжу. Джо, это не... Ебать, четыре таксиста. В смысле? Ты где-то светофор-то увидел, блядь. Дурачок совсем. Какой красный, мы не обращаем внимания на эти ебаные цвета. Мы, да, мы дальтоники. Пусть он считает, что я дальтоник. Почему нет? Так ему будет, наверное, спокойней. А то он что-то бесится, какой-то бешеный стал. Ну, да, нервная работа, правильно все. У всех у нас, если работа нервная, нервы ты ни к черту. Шалить начинают все дела. Бля, какое же охуенное здание там впереди. Я обязательно его куплю. Куплю, когда у меня будет дохуя денег, когда мы провернем какое-нибудь действительно стоящее дельце. И у меня будет просто хуево туча, говорю, прорва вот этих вот никому не нужных зеленых бумажек и блестящих, шуршащих монет, наверное. Я думаю так. Оп, тихо, аккуратненько. Где мы? А, мы приехали, отлично. Во. Та-дам! Пошли. Мужик, ты нахуй тут занят, слышит наша территория. Мы сегодня тут будем телефон чинить. Так, где тут? Во. Взломать дверной замок. Поехали. Эть.
Хорош, бля, ну ты просто меня удивляешь, Виталик, ты просто, блядь, молодец. Как это, блядь, так? Целый торговый центр и никто не охраняет? О, медвежатники как-то поэффективнее действуют эти. Просто нахуй выломали стекло. Сделали себе вход. Еще что? Машина. Давай, давай, вот-вот копы заявятся, двигай! Ебать, бандиты какие-то. Брайан, сука, О'Нил? Это что за хрень? Ты обурел? Моча, суслик, сука, личность. Бабро, нормально. Что ты тут делаешь, козел? Вы припозднились, вам уже ничего не осталось, шеф. Еще чего, хрен тебе, жердяй. Это наша добыча. Хочешь уйти ножками? Давай, ага, ходи все, сейчас. Что взял. Что-то на табличке не написано про Брайана О'Нила. Если б было, я бы не грабил. Сразу всем прошел. О, пиздец вам. Привет, Сэдди. Повторяю, 10-3-1, ограбление. 54-й. Вызов принят. Так что линяйте, пока копы не подвалили. А вот и они, собственно. А, черт! Валим отсюда. Тряпка, блядь. Ой, понесся замес, понесся, прям полетел, просто въебанул. Ну а чё, ограбили? А кто не успел, тут опоздал. Все правильно. Так, а он что, сам бежит? Отлично. Сам бежит, представляешь? Давай, давай, воу-воу-воу! Так, а чё, я уже сам бегу? Отлично. Бежим, бежим, давай быстрее, выламывай нахуй! Быстрей, все, я погнал. А ты стой там. Ты меня бросил в прошлый раз, я тебя брошу. Выходи. Ломай дверь, заебал. Ой! Сука, как ты дряху такую только поднимаешь, блядь, со своей жопой огромной. Касса. Воу, 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 бля, откуда прикрывать-то? На. Воу, 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 меня сейчас убьют. Да, быстрей. Там, блядь, скопы с другими стреляют. Что происходит вообще? Хэ нахуй. Опа, отлично. Стоять, полиция! Говорит, конечно! Да-да-да, я стою, не волнуйтесь, все, заявись. Я практически никуда не двигаюсь, видите, я на одном и том же квадратном метре бегаю, просто немножко вверх. Про верх ты мне вообще ничего не говорил. Пошел нахуй. Что случилось? Что такое, Джо? Барбарис, ты что орешь-то? Ты тут так не дури у меня, блядь. Черт, снова тупик. Да ебать, открывай дверь тогда. Опа. Прикрывать тебя опять, скотину жирную, ну давай. Где тут кто? Выходи по одному нахуй. Открывай быстрей. Эй, ребятки, опа. Эй, чувак, ты не сюда. Сегодня тут занято. Это наша дверь. И мы ее крышуем, нахуй, понял? Сюда. Это единственный... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, блядь, промахнулся, смотри. А, вот это я понимаю, блядь. Два выстрела, и люди умирают. Не то, что в первый, блядь. Ты куда убежал-то, Джо? Опа, отлично. Двигай тазом. Да я двигаю, что ты орешь на меня? Лед сплошной, поскользнешься и кранты. А что делать? Не хочу садиться. Все логично, блядь. Чувак, ты что-то не вовремя упал, по-моему. Хорош. Ай, сука, я же стрельнул, патроны кончились. Выходи давай, выглядывай. Вот ты, сука, какая. Воу, давай! Тут даже камни ломаются, представляешь, отлично. Вперед. Полигонечку, аркада. Да, действительно, это аркада. Аркадный платформер, почему нет? Эй! Давай, греби сюда. Вниз не смотри, дурачок. Особое приглашение нужно. Аккуратненько. Эй-эй-эй! Нельзя стрелять по таким людям! Осторожней. Летать научился? Да я, кажется, обделался. А я что-то чую, попахивает, блядь. Опа! А вот и все. Ах ты, сука ты алчная, как же так-то? Сюда! Так, мы выйдем на улицу. Окей, погнали. Как, блядь, избавляться от прицела, кто-то не расскажет, нет? Ой, голубок, привет! Та-ра-ра-ра. Черт, копы! Где? Стоять, где они? Полиция. А, вон они, сука. Вам не уйти. Я уже ушел практически. Так, чувак с ружьем. Блять, какой, сука, живучий. Ай, хорош. Ай-яй-яй-яй-яй, подождите, ребятки, много не стреляйте. Ай, хорош, так, ты. Получи свою долю, блядь. А кто, ты в кого стреляешь, Барбарис? Вообще, что ли, дурной стал? Стреляет в кого-то, блядь. Как убрать этот ёбаный прицел, а? Ну, серьезно. Ой-ой-ой, ребятки, вы откуда тут, нахуй? До свидания. А, блядь, это труба. Уже почти. Да подожди. Да окей, я держу. До свидания. Кто там еще-то? Все, ты молодец. Молодец. Молодец, молодец, молодец. Отлично, просто красота. Так, подождите, секунду, прям... Где тут, блядь, какие субтитры нахуй мне это надо? Настройки управления, во. Клавиатуру. Убрать оружие, где убрать оружие было? Сейчас только что я видел. Я на другую кнопку поставлю. Во,
Мышь пред. Вот это нормально. Будем на него убирать прицел. Давай быстрее, Джош, или своими жирными булками. Никогда не поверит. Идиоты. Во что не поверит? Чё за Генри? А, это который нас нанимал, что ли? А почему он не поверит? Чё, в чё он должен поверить вообще? Ты меня запутал? Мудачьё, блядь. Ну, везёт ирландцам. Действительно. Брайан О'Нил, двинутый ирландец. Ума нету, работает громилой по найму. Да уж, вряд ли он был мозгом операции. Опа, а вот ещё одни. Копы, быстро в тень, скорее. В тень, уходим в тень. Давай. Не волнуйся, давай сумку. Я заныкаю добро. Куда? В живот, блядь? Ну, хотя я не удивлюсь. Увидимся дома. Не попадись только по пути. Ну, я как бы постараюсь немножечко там это... Заебись. Оставил в форме уголовника, блядь. Говорит, не попадись. Нормально, чё. О, 1000 бачей. Отправляйся, Джо, чтобы завершить этот день. Нормальное предложение, только как, блядь, кругом копы? Я по-любому сейчас попадусь. Сюда можно зайти? Нельзя. А я еще разыскиваюсь. Ага, он мусор прошел. Ну, хорошо. То есть я могу просто убежать сейчас. Побежали. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Заправочка. Так, надо угнать машину. Срочно угнать машину надо. Вон стоянка, все отлично. Здесь же нет охранника. Какой нахуй охранник на стоянке? О чем вы говорите? Вот, заснеженная машина, которую нихуя не видно. Так, где этот мусорок ходит хорошо, тихо, полигонечку. А, разбить окно, нахуй. Разбивай его быстрее. Садись. Все, поехали. Нахуй, никто ничего не видел. Это называется мастерский уход. Внимание не привлекаем. Ну, блять, ну только сказал мне. Да куда ты, сука, лезешь? Ты не видишь, что ли я еду, дурак? Уступи дорогу, дятел, блять. Описание. Ну, конечно. 26 футов, темные волосы, худощав. Как вы, блядь, меня нашли? Я в чужой машине. Понял. Они в меня стреляют? Ой, подождите. Эту машину разыскивает полиция, это я понял. Так, ну я убрал ограничитель скорости, так что теперь готовимся к охуенной аварии. Потому что она сейчас по-любому сделается. Вас разыскивает полиция, переоденьтесь. Без проблем. У Джо дома переоденусь. Так, как бы от них уйти-то повеселее-то? Блядь! Не, ну ладно, хуй с ним. Поехали тут. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ох! Чутка не прокатило, ну ладно. Так, мусора на хвосте. Воу-воу, парниша, полегче, блядь. В упор так не стреляй, это нечестно. Перестань, говорю, есть у меня все. Всегда есть шанс, поверь, митяра. Всегда есть шанс, шанс есть в любом случае. Отлично, нахуй. Они от нас отвязались. Не-не-не, я просто, короче, съебусь. Надо переодеться где-то, только где, блядь, переодеться-то? Где вот переодеться, скажите мне. Я удаляюсь от своей цели все дальше и дальше, заебись. Так, отлично, теперь вот эту машину будем спиздить. Будем спиздить вот эту машину, хорошо. Ай-яй-яй, копы, сука, копы! Отлично. Все, отлично, вот эту спиздим, вылази. Тихо. О, бля, давай спиздим автобус, можно? А ну вылезай! Ёб твою мать, на автобусе, дятел, блядь! Ебать! Ебать, вот это мне прилетело только что! Прилетело вообще лихо, нахуй. Так, где стреляют? Вон они. Тихо. Ай, сука, бегут собаки, бегут, блядь. Где еще-то? А, вот ты, блядь. Чё ты сказал? До сюда не доживу. По-моему, тебе, блядь, зря. О, чувак, тебя сбили только что. Блядь, смотри, какой терминатор. Вот даже этот хуйня сбить не может. Все, отлично, я выиграл. А теперь на машине. А теперь на машинку, и все будет нормально. Блять, да как она ее разыскивает? Пошли вы нахуй. Пиздец мне. Рост 6 футов, темные волосы. Так, они меня еще не запалили, Бежим. Все, отлично, они меня не видели. Блять, они меня видят. Они меня спалили. Мне пиздец. Ха-ха, ну да ладно. Похуй. Куда? В какую сесть-то? Нет, чувачки, одумайтесь. В пизду. Садись быстрее. Проваливаем нахуй отсюда. О, ребятки, до свидания. Я поехал, вы как хотите. Хорош меня стрелять, собаки. Хватит, сука, в меня стрелять. Валим отсюда. Ох, нихуя проскочила пуля по мне. Ой, привет. Так, надо как-то от них быстро уйти. Уйти. Тихо. Блядь, нормально. Пронесло, прокатило. Надо как-то выпрыгнуть из машины, быстренько убежать. Убежать в лес. Где, блядь, какой-нибудь переодеться-то мне быстрее? Переодеться мне надо вот сюда вот забежать как-то. Блядь, надо быстрее. Похуй. Маркер. Хорошо, поворачиваем, тихо, спокойно. Ла-ла-ла-ла. Не, пожалуйста, ну ты сейчас вообще не к месту. Блять, мусора, опять мусора. Да что ж ты будешь делать? Да они кругом, нахуй.
Они сейчас друг друга подставят. Красавцы мои! Молодцы! Дебилы, блядь. Просто красавчики. Ты ж мать твою налево, бля. Меня чуть не подставили сейчас. Тихо. Вот так нормально. Хорошо, все. Свет убрали, нас никто не видит. Нас все потеряли. Магазин надежды где-то здесь. Он где-то тут, он где-то рядом. Отлично, я ушел. Блять, вылази в пизду. Вылази, говорю. Беги быстрей. Беги в магазин одежды, быстрее, мусора кругом, быстрее. Ай, блядь, мусора, это же моя тачка, что я мозги-то ебу. Все, отлично, заходи. Так, мне нужно срочно переодеться, слышь, чё, мать, а чё бы взять-то? Посмотреть ассортимент, как, блядь? Здравствуйте, сэр. Здорово. Мне надо купить одежду. Чем могу помочь? Давай вот эту быстрее мне. Неплохо, сэр, совсем неплохо. Красавчик. Просто молодец. Носи себе на голову, носы, отстань от меня. Так, куда нам теперь? Надо вернуться к Джо. Блять, а как? Очень далеко. И что делать? Где-то надо купить машину? Кругом мусора. Полно мусоров. В принципе, если мы возьмем эту машину, надеюсь, ее не будет разыскивать полиция. Ее надо будет перекрасить. Что это? Кабинет Дерека, нахуй мне нужен. Магазин оружия. Ладно, похуй, садись. Давайте попробуем взломать. Дай в пизду. Что, ломать тут что-то нахуй. А ее будет разыскивать. Ее будет разыскивать полиция, правильно я говорю? Нет, пока не будет. Ну хорошо, ладно, поехали. Никто ничего не видит, никто ничего не знает. Я поехал. До свидания. Меня здесь не было. Я совсем другая личность. Во, мусора проехали. Отлично, ее никто не ищет. Ха-ха! Значит, ее будут искать только если я куда-нибудь въебусь. А я не буду никуда въебываться. Я добропорядочный и честный гражданин. Я буду аккуратно, очень аккуратно вести машину. У меня же есть права. Я же их не покупал, я был военным воителем, на джипе рассекал, только так, красавчики, я молодец. Мусора. Вон они рядом ездят, смотри, ездят, они даже не думают, что рядом с ними едет уголовник, который только что, блядь, ограбил. Чем ограбили? Ювелирный магазин, торговый центр. Так они поймали преступников, что они до нас доебываются? И как Джо вообще ушел? У него, наверное, такие же проблемы были. Блядь, я не устаю вам повторять то, что вам надо смотреть по сторонам во время того, как я просто тупо еду по дороге. Это будет намного интереснее. Ну там реально, вы посмотрите, там все так прорисовано, все так охуенно, какие-то складские помещения. Там же сейчас люди работают, какие-то смены там заканчивают у себя, еще что-то. Это же на самом деле так охуенно. А не просто тупо смотреть на дорогу и на ментов, которые едут впереди нас. Которых мы даже догнать не можем, потому что наша тачка не может так сильно разгоняться. Так, тихо, мы не врезаемся никуда, я напоминаю. Мы едем предельно аккуратно. Чуваки, вам моя рожа ничего не напоминает? Смотрите. Чуваки, посмотрите ориентировки там как бы. В интернет залезьте, загуглите. А, блять, какой интернет? 45-й год. Ну ладно. Та-ра-та-ра-дам. Немножечко вот так же можно, да? Вы же не гаишники, вам же похуй. Спасибо. Действительно, похуй, они же не гаишники. Хотя, почему тогда меня постоянно тормозят, если они не гаишники? Они какие-то охуевшие мусора. Так нечестно, ребят, так нельзя. Опа. А вот здесь можно тачку перекрасить. Только нечего перекрашивать. Ну да ладно. Та-ра-та-ра-дам. Тихо. Бля, ну вы что, выгораете? Мне это, на этой тачке придется гонять постоянно. Это нехорошо. Мою тачку сломали, нахуй. Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Надо нормальную тачку домой-то пригнать. Надо прямо угнать, короче, какую-нибудь тачку около дома. И быстро поставить ее в гараж. Ее же не будет разыскивать полиция, по-любому. Да или нахуй. Какая разница, на какой тачке ехать, что, блядь, так 40 километров едешь, что так 40 километров, вообще без разницы. А, кстати, не 40 километров, 40 миль. Надо поменять систему координат. Поменять надо систему измерения километров, чтобы они были не в милях, а в наших привычных километрах. Во, вот это точило, блядь. Вот это надо поджечь. Поджечь, говорю, поджарить надо. Подокрасить, так сказать, чтобы никто, так сказать, даже не заметил, что мы ее немножко спиздили. Опа. Та-ра-та-та-тай. А вот и все. А миссия закончена. А мы красавцы. Грабанули нас как следует. Идем спать, ночевать, все дела. Джот уже дома наверняка? Он уже сказал, что будет ждать меня дома. Что у него, телепорт какой-то, блядь, есть, персональный. Как он от мусоров убежал? Я, значит, тут столько приключений наделал, блядь, пока бежал. А ему похуй вообще. А его и нету. А его уже повязали, он же сидит в тюрьме, нахуй. Да и так ему надо. Спать. Всем спать, господа. Всем спать. Глава пятая. Циркулярка. Циркулярка. Квартира Джо. 20 февраля 1945 года. Что за циркулярка, блядь? Привет, красавчик. Здорово. Привет. Джо не дома.
Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Да? Ясно. Жалко, ты дрых, когда я пришла. А то поиграли бы. Может, другой раз, котик. Так давай сейчас, чё ты? Раздевайся нахуй, сейчас по барику. На пол шишечки. Ну куда ты? Ну вернись. А, это было нечто. Это да. А чё же, всё же. Не езжайте в бар Фредди. Опять ёбаный бар Фредди. Поехали с бабочкой сегодня. Поедем официально. О, как будто, блядь, на концерт собрались. Кто-нибудь приезжает. Юрка Кулачёв какой-нибудь то. Пойдем, блядь, на кошек в пиджаке с бабочкой смотреть. Почему нет? Классно же. Правда, ебануто, но все равно. Че, блядь, такое? Твою дура, баба! Ну а я... ну вернись! Кто тебя за руль пустил? Не умеешь водить? Ты че, блядь, делаешь? Эй, чертогана! Да-да-да, который нам не дала только что. Че, блядь, вафел делаешь-то? Я разобью твою! А я разобью тебя, ебальник! Слышь? Аккуратней, молодой человек. Эй, мужик, усохни. А ты вообще кто такой? Ебёт тебя, шуль. Вежливого обращения с женщиной. Смотри, какой беспредельщик. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она понял, что, нет? Ебёт тебя. Ну так ты за неё тогда и плати. Ещё слово, и будешь зубы вставлять комплектом. А теперь нахрен отсюда. Я... Хуя, вали отсюда нахуй. Тряпка, блядь. Ах, все, драться, что ли, опять? Да что ты, сука, будешь делать? Чё, какой неугомонный-то парень? На, блядь. А? Не ожидал, сука. Оу, оу, на, дружище. До свидания. Ишь ты, блядь, какой. Все? Я тебя спас. Спасибо, красавчик. За мной должок. Зайдешь ко мне в гости на пирожок? А на пирожок? Да, неужто спасибо, с рыбой? Но... Слушай, мне надо идти. Ну, кто тебе понял, тот пиздец. Тебе понравится, обещаю. Ну, я тогда поеду. Старый, ты хуй тут уши греешь, иди отсюда. Смотри, стой. О, она мне полтинник дала, заебись. Сесть, поехали. Чувак, классная у тебя тачка. Только снег-то надо убирать, блядь. Не видишь нихуя, еще и врезаешься. А, отлично. Так, мы едем к бар. О, снег растаял. Блядь, магия. Это была магия. Ты видал, снег растаял. Просто пш, и нет снега. Почему зимой так все машины не могут чиститься? Это было бы классно, представляешь, выходишь зимой, вместо машины сугроб. Только проехал 5 метров, нету нахуй снега. Чудеса, да и только. А, итальянское здание. Наша родина. Блять, прот пролетел, вот дебил. Назад нахуй. Не черт, да, что я так на трассе разворачиваюсь, в принципе, всем похуй. Никто даже не заметил. Мусорам тем более похуй. А и не гаишники, я в очередной раз это повторяю. Это замечательно. Это просто хорошо. Это прям ух! Классненько, нахуй. Чувак, ты ничего не видел. Я просто спокойно припарковался, окей? Вот и все, делов-то. Та-та-та-та. Добрый день! Привет, парни. Хай! Хуй! Так, Вита, это Лука Гурино. Он хочет поболтать с тобой. Кругом Лука, блять. Очень приятно, мистер Гурино. Оставим формальности. Зови меня Лука. Садись, Вита. Окей. Что вам принести? То кофе, же, ёпты. Что и мне, и побыстрее. Слыхал про ваш между собойчик с ирландцами? Анекдот. Да-да-да. Поздравляю вас обоих с отличной работой. Салют. А салют? Салют. Вы просто молодцы, ребята. Почти у всех кишка тонка для такой работы. А у этого вон пузо не тонко, нихуя. Готовы ли вы сделать следующий шаг? Да, без проблем. Что надо делать? Да, конечно. Какой шаг? Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. Это кого? Просто потому, что на него показали пальцем. Я воевал, мистер Гурино. Делов-то. Я только и делал, что убивал, кого прикажут. На кого указал пальцем президент. Понял, нет? Хорошо, президент, мне нравится. Да, но ты... ты говоришь про фрицев, верно? Ну, знаешь, плохих парней. Я не это имел в виду. Понимаешь? А чё тогда? Давай не тяни нахуй. Я понимаю. Кота за яйца, рассказывай. Нам нужны такие люди.
которые умеют выполнять приказы без вопросов. Это ты по адресу, если справитесь со следующей работой, как с этой, есть неплохой шанс, что вас примут в семью. Да? После вступительных взносов, конечно. Да вы что, охуели всем платить? И сколько это? 5000 сносов. Это ж охренеть сколько! Эй, никто не говорил, что это дешево. Пошли вы нахуй вместе со своей семьей, платить вам тут. Оно того стоит. Ладно, вам решать в итоге. Ну, действительно. Генри ведет вас в курс дела. Увидимся позже, вот парни. Вот ты где. Давай, пока. Ты уже сделал, что я тебе говорил? Да-да, все под контролем. Ты Генри... в прошлый раз так говорил. Не подведи меня снова. Босс, я... Слить! О других делах. Нормально, нахуй. По щам выхватил, брутальный чувак. Что за работа, Генри? Рассказывай. Нужно убрать кое-кого. Это мы уже слышали. Заказ, но мне нужна помощь. И это ваша работа. И кто везунчик? Один жердяй с того берега. Его предупреждали, но он думает, что неуязвим. Хм. А это как? Ну, его уже как-то пытались убрать. И чё? И? Скажем так, его слегка недооценили. Насколько нихуя себе. Фатально. Это ты хочешь сказать, что убили их, да? Эй, они облажались. Мы справимся. Я снял квартиру через улицу от его заведения. Засядем там, дождемся, пока он заявится, и бум! Завалим его. Точно. И как завалим? На смерть нахуй, прикинь! На смерть! Ёпты, Виталик, чё тупишь-то? А где мы достанем МГ-42? Гарри! Да. Где? Он ветеран, как и ты. У него свой оружейный магазин в Кингстоне. Достанет что угодно. От пугача до базуки. И никакое драное разрешение не спросят. Ну, это хорошо. Это хорошо. А ты заберешь пулемет у Гарри в Кингстоне. Все оплачено. Просто скажи, что ты от меня. Кто еще, естественно? Потом встречаемся в квартире. Сент-Айленд. Дом напротив спиртзавода. Квартира 233. Окей, квартира 233. Скоро увидимся, парни. Ну, до встречи. А, то есть мне еще и за все это платить, что ли? Охуели? Иди, говорит, забери, за ужин заплати, на какую-то трехногую бабу посмотри. Охуели в конец. Ребятушки, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. И всем до встречи в следующих сериях, ребятушки. Всем пока. Или может скользить, ты смотри. Опа! Давай, бабулька, жги! Так, а сколько мы пробежали? Вау, блядь! А тут можно было скользить, можно было не скользить. Отлично! Тютер Коннорс, Конну Коннорс. Поворачивай!